заехали в хату. Сейчас покажу чудеса. Что там делать? Здорово, Серёга. Всем привет. Значит, это новая серия чемпионата Украины. Пошёл. Взят. Получается, мивины с кривитосами у нас не будет в этот раз? Почему это? Как так? Ну, у нас можно и приготовить её, понимаешь? Да можно. Да. Так пошли покупаем. Да что, нормальный вид, слушай? Да-да, нормально. Ты же можешь как-то панорамную типа съемку сделать? Да, дерьмо тебе реально. Это такое? Блин, лохмоть. Да не, оно не сильно нахерочное. Таймлепсиком надо захерачить. Ты что, нормас? Антенна такая, слушай. Антенна есть, телека нет. Телека нет. В поисках ножа. Короче, мы хотим порезать вот этот кекс. А ну ты где, покажи. Ты покажи странности, я же... Вот я что, открываешь? От вампиров. Вот тут есть такая херня. Тупо ищем нож, короче. Ножа нет. Есть. Есть вот такая хрень, а есть. А вот и нож, блядь. Вот нож. Вот он, вот он. Все, теперь можно резать. То как им резать? Он вообще грязный какой-то, пи***. Давай свой лучше. Вот это еще надо показать. Вот. Так, получается, кукуя, заказ делаем. Так, у меня обед. Тупо сейчас. Какая дверь? А, я в натуре. Вот это? Да. Пацаны говорят, что это типа дверь для, чтобы включать холодильник. Посмотри. Просто отсюда он, блядь, нихуя не врубается, он хер дотянешься. Просто специально для этого сделана дверь. Да, в натуре, охереть. Это мигрантов, блядь. А вот еще тоже. Ой, блядь. Кстати, реально, глянь. Тут китайцы могут спать. Дуда бы поместился. Надо Дудника звать. Дудник, ты не обижайся. Ну, такое бывает. Тупо не хата, а угар. Короче, идем на трешу. Идем на трешу. Короче, у нас булавки есть, у пацанов булавки. У пацанов, да, нет булавки. А так, пацаны про булавки не подумали в Николае, мы теперь ходим... Булавочки ищем, бля. Там у нас время есть, в принципе, что делать. Да, время есть, ума не надо. Я подрых. Кстати, что там Англия сыграла, как? Кто знает. Вы орали-то, в смысле? 4-0. А, 4-0. Первый тайм. 5-0, первый тайм. Ни хера себе. А, только первый тайм был? А я реально сплю, вы так орете. Это видите, сколько был на тотал больше, чем 5 в первом тайме. Вообще, на был аэрокоп. Там, походу, миллионером стать. Реально, наверное, был 40. Запускать по Кировоградской дороге с Николаева. Они выглядят примерно вот так. Ну, Валера сам собой разговаривает. Ну, Валера, да, что весело, что потом на видео будет весело. Сам с собой разговаривает. С собой, да, да. Ну, в общем, смотри, сегодня... Понимаешь, диагноз такой. Сегодня мы мои проснулись. В крови у меня блогер обнаружен. Обнаружен блогер. Короче, будем ползти сейчас на разминочку. Там что-то поснимаем обязательно. Дудника увидим, поснимаем тоже. Чемпион Европы идет. Что там? Ничего, у тебя что, нормально? Ничего, да, нормально. Что скажешь? Да ничего. Как ты дома? Да, конечно, я то. Слушай, мы с тобой так общаемся, такое ощущение, что мы еще не виделись. Ну да. Ну да, согласен. Подожди, когда это, сколько времени прошло? 5 часов? Сколько? Ну, ты пока сходил туда. Как это нелепо со стороны. О, вот чемпион наш ходит, смотри, он даже не замечает. Махни хоть рукой, Саня. А мы рекордсмена будем показывать, не? А где он? Там занятый. Там он там занят. Еще успеем. Короче. На, возьми, бери, бери. Мы готовы бежать эстафету, как старые добрые. Так возьми. Да. Только есть один прикол, что если там мы выигрывали, потому что все бежали с 50, все бежали с 50, а я на 52, то сейчас мало кто бежит с 50, и я бегу на 58. Вот. Классно. Но я думаю, у нас получится. Я не знаю, если я вряд ли буду. Коля, скажи что-нибудь. Для потомков. Вот ты чепуха. Запикаешь его потом. Короче, мы хотели вас что спросить. Вы жрать идете с нами? Вы когда идете? Жрать-то мы дома. Вы дома будете? Да, у нас. Ну давай мы идем, тогда они не идут. У нас, у меня самый лучший тренер. Вот, серьезно. Самый лучший тренер. Она суровая, но справедливая. Это ты динамик возьми. Она суровая, но справедливая. Я извиняюсь, но у меня уже рука закислилась, как давай, бы, так что я поменяю. Да, подожди. Вот.
Ну что, я ожидаю хорошего результата от этого чемпионата Украины. Ну я знаю, что у меня ничего не получится, я обосрусь. Но ничего, нормально. Сейчас я иду, короче, как придурок. Все на меня смотрят и думают, боже ж, ему плохо, перегрелся. Но ничего. Я завтра докажу, что это правда. Все, я передаю камеру владельцу. Давай селфи для потомков. Ну, короче говоря, мы заблудились. А понял, приколы начинаются. Короче говоря, сели мне дома шутка. Да. И мы теперь идем уже час, наверное. Я же говорю, учитывая то, что... Учитывая полчаса. То, что мы вот так вот приехали на это. Короче, хер знает, где квартира наша, мы ее ищем. На стадион, все на дальше, ту машину. Вот дома пошли, хоть то, потому что там поле. Нужно туда, блядь, поехать. Короче, тупо вещей. Нас высадили, ну мы назад вышли. Назад вылазили. И тупо идем пешком уже, хер вот еще. Хорошо, что мы еще вовремя увидели, да. Что мы не туда едем. Сейчас мы в Коблево уже проснулись. Нам главное сказать, 21-й доедет туда, мы садитесь. Мы сели, спросили, доедем ли мы, а сказали, что нет. Ну классно. Это не Николаевский 21-й, который и туда обратно. Да. Нет. Короче, первый день в Кировограде, уже столько приколов. Тогда на другой надо было какой-то сидеть. Осталось только Мивинус. Мивинус, но мы ее не купили. Зря. Ну, мне кажется, это было бы очень плохо. Завтра можно будет. Что? Мивинку. И Мивинку взять. И потом с лобстерами, как в сумах мы сожрали. Короче, мы... К нам заходит, что за говном воняет. Мы сожрали Мивинку, а там, понял? Реально, прошло часа два, заходят... К нам они говорят, фу, у вас так мивина воняет. Да, не говорят, что за дерьмом воняет. Мивина вонючая, реально. Вот реально, мы когда сюда изначально ехали, это совсем не такие места были. Прикол, чё. Сейчас поворачиваем, а там ни дома нет, ничего нет. Ребята, а вы хоть подъезд запомнили? Да. Ну подъезд. Ну, там, короче, в дырку в такую заходишь. И там двор. Короче, ходим. А этаж. И домой дойдем. Поздравьте, мы все проиграли. Все проиграли, да. Короче, у меня 11 схем. 17. Тупо дно земли. Но у меня основная дистанция 200, в принципе. Так что не дно. Дно это 1,50. Дынище. Короче, да. Стас занят. Короче, будем получать от тренера. Называется как дома, блять. Бежать быстрее, чем на соревнованиях. Как? Короче, идем жрать. Хоть что-то хорошее запить, да? Будем типа похавать. А, так еще ж это, эстафету скажешь. А эстафету еще бежим, ё-моё. Я так не хотел её бежать, но придёт. У нас еще эстафета слабенькая, по-взрослым бежим. Молодежка сильная, а взрослая нет. Здесь ни хрена не слышно. Да не, будет слышно. Свет. Короче, её. Короче, все, такие новости. Сейчас пожрем и будем тебе отдыхать и эстафету снимать. Рифм плёт. Дайте, кто получил дисквал. А кто получил мастера? Смотрите, как человек выглядит, который получил мастера на 4 по 100. Что ты скажешь зрителям? Подписываемся на канал, ставим лайки. Короче, чуваки наши пробежали, молодежная команда 4 по 100 по мастерам. Мы их поздравляем. Да? Поздравляем. Сегодня проставляют. Ну, сегодня просто повезло, да. Просто ветер сегодня. Ну, ветер там, понимаешь, там. Вот так и завершились мои соревнования. Мои забеги вы не увидите, так как на этих соревнованиях не было трансляции, ну и снимать тоже было некому. Простите меня за это. А если вам понравилось данное видео, вы знаете, что делать. Всем хорошего настроения, веселого лета и до новых встреч.